2019 года. Мне позвонил Игорь Короче по WhatsApp-связи и сказал, что с моим мужем случилась беда. Я спросила, что ему случилось, он сказал, что он не переживает. Так, только забила ухо. Приезжай. Привезли меня в Серов. Сидя в больницу, я увидел, в каком состоянии вы можете находиться. Потому что я еще не ухо было повреждено. Там просто вообще рука в состоянии, муж был в коме. Единственное, он шевелил рукой, потому что он нас слышит. Врачи сразу говорили, что состояние крайне тяжелое, что повреждена значительная часть мозга, что это был выстрел. Выстрел был спереди, то есть как будто в упор. А вот вы сказали, задавали ему вопросы, вот каким образом, какими контрагентными действиями у вас что? Моргание глаз, брал за руку. Какая у вас вот схема, так сказать, сложилось общение? Если моргает, да, например, если не моргает, то нет. Знаете, отрицание, вот, либо положительный ответ. Смотрите, когда вообще вот я приехала в больницу, только все равно узнал. Сережа постоянно поднимал руку и вот так делал. Вот я много читала литературы, что у человека на подсознательном уровне это все отображается. Я думаю, что это шоковое состояние, он пытался нам, и потом у него сохранилось вот как бы как выстрел, знаете, вот эти вот. То есть я думала, что он же не мог говорить, потому что он на месте лежал как бы в реанимации, и ну, понятно, что только какие-то вербальные были. И я думаю, что он хотел именно сказать, что в него стреляли, потому что наверняка, я думаю, что он видел, как у него когда выстрелил в упор, это же испуг, и это откладывается, и потом мозг это и показывает. Вы спрашивали у вашего мужа, кто стрелял? Да, мы спрашивали больше родителей, мужа, то есть повторяли какие-то фамилии, и он реагировал морганием глаз. Но это Саша Коркин реагировал. Мы менялись с Коркиным местами, я сел сзади на кресло, спереди, где Коркин переместился в переднюю часть катера на кресло, ну получается, с левой стороны, справа Берсенёк, за рулём управлял катером, спереди за Коркин. Я справа по ходу катера, и то Сергей слева от меня. Сзади, на задней части, ну, получается, уснул. То приехали, всю ночь сюда ехали, я говорю, с работы еще всю ночь мы сюда ехали. Я не спал, но вот это время уже было ближе к обеду. Я сам не заметил, как выключился, ну, уснул. Я так понимаю, ружье вы переломили, цепью сняли. Да, я забрал вообще полностью. Цепью сняли, то есть оно... Чтобы его снарядить, надо было ствол закинуть, потом накинуть цевьё, правильно? Да, да, да. У меня такой вопрос. Вот вы спали, ружьё-то если собирали, вы не слышали что-то? Не слышал. Я сзади отлёг. Может быть, он вылез из лодки, потому что мы припарковались в деревне. Вообще-то, я не знаю, как она называется. Я не ходил в палубу в этот момент. Я проснулся только после того, как хлопок произошел выстрел. Я проснулся, сбивали, я и не понял, что случилось. И лодка движется. Он Коркин закричал, что-то тормози, разворачивайся. Видимо, вторая лодка была недалеко от нас, потому что они тут же к нам подъехали. Коркин закричал Дорощину, чтобы он вызывал вертолет. Вот я помню эти слова, я на последний слов уже увидел, что киток лежит окровавленный, а ружье валяется на полу. Я его переместил справа к себе, разрядил, но оно было заряжено двумя патронами. Двумя патронами? Да. А как вы поняли, дуплет был или выстрел из одного? Один был выстрел, один был патрон целый. Один патрон. Вот как вы? Вы говорите вашего ружья, возможно себе таким образом выстрелить в висок, чтобы ружье как должно быть? Я считаю, что невозможно. Плюс рычаг руки, плюс расположение. Если так, то нет. Значит, исправно ваше ружье было? Полностью исправно. Допустим, ситуацию, ружье заряжено, стоит предохранитель, роняя выстрел? Не должно.
из зарядки на вас выстрелили? Только с помощью нажатия на курок. Только с помощью нажатия на курок. Само по себе от зацепа на выстрелить просто не может. Ну вот вы говорите, ветки надо было встать, чтобы ветки зацепить. Ну, например, что же я вот либо снять. Ну, уже не совсем встать можно. Ну, ветки как бы не высыпали. То есть зону, но голова. Поясните, по пути следования из города Екатеринбурга в город Серов спиртные напитки употребляли, нет? Ну, сзади сидели Исаков, Коркин, Китов. Я не знаю, кто из них точно употреблял, кто нет, но они выпивали всю дорогу. Когда невербально общались со своим сыном, кто присутствовал при этом? Жена присутствовала. Еще кто? Вероника присутствовала. Были не родственники? Были друзья Сережи. Сколько таких было общений? Ну, примерно. Я не считал. Ну, 10, 20, 120. Я не считал. Каждый день. Каждый день. Да. То есть много достаточно. Много. Всегда ли вы задавали вопрос, в том числе, ну, помимо там, внучки, там, как вы говорите, кто стрелял, ну, стрелял ли Коркин? Не всегда. Не всегда. Не всегда. Ага. Так. Я не всегда задавал вопрос. Ну а кто-то другой задавал? Супруга задавала, Вероника задавала. Так, скажите тогда, а почему никто не фиксировал на видео? Все же телефоны. Я вам кто, пирата, что ли? Ну, вот же этот ребенок будет лежать перед вами, вы будете фотоаппарат что ли свой смотреть. Ну вы же понимали, что это имеет доказательства? Кто понимал? Я говорю, на людей смотреть не мог, на белый свет не мог смотреть. Мне было обидно до слез, что у меня сын футболист, двухметровый, пацан такой, которого убила вся волчанка. Его на похороны пришел весь город. То есть вы не вот вчера был турнир, посвященный Сереже футбольный. То есть ваши родственники тоже были в таком состоянии? Я правильно понимаю, раз не снимаю? Ну, в каком будете состоянии? Вы в лучшем будете состоянии, то есть ваш ребенок лежит.